волшебную лавку я видел уже. Издали проходил мимо в окне. Витрины были волшебные шары, волшебные куры в блёстках мишуры. Чудодейственные колпаки фокусов, корзины с аппаратурой для бонусов, колоды карт с виду совсем обыкновенные, сокровенные. Мне в голову не приходило зайти в эту лавку, неуловимую, похожую на мираж, на сказку, где исчезающее яйцо. Вот младенце. Таинственный колпак, как от сердца, он называется «Купи, удивляй друзей». Ложи под колпак, испытай скорей. Чувство затылком, о, какая заготовка! Волшебная бутылка водки, а к ней шляпа. Спрятаться от жены, чтобы не выстрелили из скандала пружины. Волшебные зеркала радовали глаз. Одно вытягивало и сужало нас. Другое отнимало ноги в стороны и расплющивало наши головы. В третьем зеркале круглая толстая чурка. Обхохочешься, глядя на себя, придурка. Аллы! Волшебная бутылка водки. Единственный колпак от сердца. Он называется «Купи, удивляй друзей». Алла! Ложи, ложи, ложи. Ложи под колпак, оно исчезнет поскорей. Ложи! И до свидос. Ложи, оно исчезнет навсегда.